11 августа, 31 июля по старому стилю 1791 года у мыса Калиакрия, ныне мыс Калиакра, расположенный на побережье современной Болгарии, русский флот встретил стоящую на рейде объединенную турецко-алжирскую эскадру, оказавшись в крайне невыгодном тактическом положении к началу боя. Русский адмирал превратил его в свое преимущество и завершил битву полным разгромом турецкого флота. Больше в 18 столетии турки не рисковали вступать в морские войны с Россией. Главное достоинство этой морской баталии – это удар походной колонной. Адмирал Ушаков решил использовать момент неожиданности. Он направил свою эскадру как раз между берегом и кораблями противника. К тому же русским сопутствовал ветер. Сражение в Измаиле у мыса Калиакрия началось с внезапной атаки, которая вызвала панику на вражеских судах. Разгром объединенной турецко-алжирской эскадры соединением русских кораблей под командованием контр-адмирала Федора Ушакова заставил Османскую империю поспешить с заключением Ясского мирного договора. Ушакова Калиакрийской виктории наградили орденом Святого Александра Невского. Полное видео на канале.